शंभ शंभ मदद खल न जाति तव जननम ति तव समापनम् दृष्टो मया तव महाका काल योगेश्वर कालकाल योगेश्वर काल काल மெய்போருள் கண்டு நெய்ப்போருள் கண்டு விளங்கும் மை ஞான்கு நெய் விளங்கும் மீஞானீக் கற்பங்கள் எது கடி குதபாய் கற்பங்கள் எது கடி ஆதரம் അടിമുടി ഡോർക്കമ അടിമുടി മുടി കണ്ഡോർക്ക ஏது கடி குதம் வாய் வாதாற்றம் ஏது கடி தாவாரமில்லை தாவாரமில்லை

வாரம் கடி மாங்காய் பாலுண்டு மாங்காய் பாலுண்டு மலை மேலிரு போர்க்கு மலை மேலிரு போக்கு தேங்காய் பால் எதே கடி குதumbai தேங்காய் பால் எதே கடி Намаскарам. на всем. Для многих из вас, это время, время вируса, Вирус становится культовым. Для невидимой штуковины превратиться в мировую звезду ⁇ это неплохое достижение. Устрашающая звезда, но все же звезда. Думаю, что сейчас в мире нет такого человека, который бы не произносил его имя хотя бы раз в день. Эти вирусные времена принуждают вас к бездействию. Принудительное бездействие может ощущаться словно тюрьма или того хуже. Причина этому ⁇ природа физического, природа материального и всего мира по своей сути является динамической. Что бы вы ни взяли атом или солнечную систему или всю Вселенную, все, что является физическим по своей природе, является динамичным. Всегда в движении. Без движения, без динамики физического не существует. Поэтому, когда вы вынуждены бездействовать, вы чувствуете себя ущемленными. ограниченными, запертыми, или что еще хуже, вы можете почувствовать себя словно вы мертвы. Существует измерение за пределами этого. Есть динамизм деятельности. Динамизм деятельности, как и Всякая деятельность должен иметь начало и конец. Это ограниченный процесс. Неважно, какова природа этой деятельности, будь это человеческая активность или какая-то еще, любая деятельность ⁇ это всегда процесс, в пределах ограниченного количества времени и пространства. В данный момент ограниченное количество пространства, вероятно, это ваш дом. И это кажется серьезным ограничением. Но даже если бы это была целая планета или Солнечная система или целая галактика, по мере того, как ваши способности к расширению увеличиваются. Даже целая галактика показалась бы вам ограничением. Такова природа любой деятельности. Это природа физического движения. Для улитки, этот небольшой сад является космосом, потому что путь отсюда туда занимает для нее дни, или, возможно, она его так никогда и не преодолеет. Итак, какое количество пространства это много, а какое мало? Что такое ограничение, что не является ограничением? Все это основано на чьей-то компетентности, в движении и динамизме. Сейчас каждый должен понимать, что динамизм активности ⁇ это очень ограниченный процесс. Неважно, какие у вас способности, но динамизм или инерция, которая приходит с ограничением, ощущается как ограничение и возникает ощущение удушья только потому, что это перешло в застой. Вы ощущаете бездеятельность как застой. Ощущение застоя вызывается тем, что бездеятельность создает инерцию. Застой естественным образом в некотором смысле ведет к смерти. Может вы и не умрете немедленно, но вы умрете во многих отношениях, как только вы начинаете застаиваться. Существует способ перейти от бездействия к неподвижности, а не к застою. Неподвижность невероятно динамична, но в ней отсутствует деятельность. Неподвижность — это природа источника. Деятельность — это природа поверхности. Но физическое тело, природа вашего ума, которая также является физической, по сути, создана для активности. Или, по крайней мере, так это понимает большинство людей. Но они упускают из виду, что их ежедневная деятельность подпитывается за счет нескольких часов неподвижности, которую они называют сном. Если бы эта неподвижность исчезла, их деятельность распалась бы на кусочки в считанные мгновения. Единственная проблема с этой неподвижностью в том, что это область бессознательного, где вас не существует. У вас нет там никакой роли. Люди говорят, мне нравится спать. Никому не может нравиться спать. Вам может нравиться ощущение, что вы хорошо отдохнули, как результат сна. Вы можете наслаждаться восстановлением, которое предлагает вам сон, но вы не можете наслаждаться сном. Если вы наслаждаетесь им, на самом деле вы не спите. Неподвижность ⁇ это другое измерение динамизма. Это измерение динамизма требует интенсивности. Интенсивности жизни, которую невозможно достичь с помощью деятельности. Потому что... Если вы достигнете определенного уровня интенсивности в вашей деятельности, она будет истощать вас. Такова природа деятельности, какой бы плодотворной ни была деятельность, какой бы приятной она ни была, любая деятельность с определенной интенсивностью естественным образом изнурит вас. Она принудит вас перейти к неподвижности, к сну. Но стать осознанно неподвижным означает построить мост между физическим и нефизическим измерением вашего существования. Все физическое, галактики, звезды, Луна, Солнце, планеты, каждый атом динамичен, включая это физическое тело. Если оно достигает абсолютной инертности, это называется смерть. Или другими словами, динамизм ⁇ это основа физического. Без него физической природы не существует. Весь процесс того, Насколько глубоким является жизненный опыт человека и насколько точным и целенаправленным является природа его деятельности. Просто зависит от того, коснулись ли вы сути вашей неподвижности или же вы просто находитесь на поверхности физических колебаний. Сейчас самое время привнести это в свою жизнь, потому что этот вирус ⁇ я не смог этого сделать ⁇ Теперь, когда вы дома, вы можете привнести это измерение в свою жизнь. Это очень интенсивный способ существования, который в то же время является неподвижностью. Сейчас проблема в том, что если вы попросите кого-то быть интенсивным, большая часть людей станет напряженной. А если попросишь кого-то расслабиться, они станут вялыми. В этом суть йоги. Вы интенсивны и расслаблены одновременно. В напряженном состоянии ваше восприятие серьезно нарушается. А когда вы вялые, у вас его вообще нет. Потому что суть расширения жизненного процесса, основа расширения жизненного процесса заключается только в улучшении восприятия. Это может случиться только тогда, когда вы очень интенсивны и расслаблены. Мы можем выполнить один простой процесс, чтобы посмотреть, как достичь этого. Но самое главное, как только вы научитесь быть очень интенсивными и очень расслабленными одновременно, эта компульсивная природа которая стремится к освобождению или расслаблению, сократится в вашей жизни. Те из вас, кто планирует в полночь 14 апреля выйти на улицы Индии и праздновать, к сожалению, это откладывается. Говорят, что 30 с чем-то штатов, некоторые индийские штаты, говорят про 30 мая. Великобритания, где, к сожалению, премьер-министр находится в отделении интенсивной терапии, говорит о шести месяцах. США, к сожалению, достигли отметки почти в 2000 смертей в день. Когда-то они говорили, что им в стране не нужна изоляция. Наша страна не создана для изоляции. Наша страна ⁇ это соратство. Но сейчас они заговорили об изоляции. Некоторые штаты говорят о возможной изоляции до сентября. Так что... Я говорю о том, чтобы вы превратили это время изоляции в величайшую возможность в своей жизни. Если вы коснетесь неподвижного ядра внутри вас, вы прикоснетесь к изначальной природе вашего существования. Когда я говорю «изначальная природа вашего существования», все в этом мироздании неподвижно. Лишь маленькие кусочки мироздания. Существуют миллиарды звезд, но они занимают менее 1% пространства в мироздании. Так что в основном эта пустота неизменна. Но сейчас, постепенно, современная наука начинает понимать, что в этой неизменности происходит нечто очень мощное. Это справедливо для большего космоса, это справедливо и для этого, потому что они не сделаны по-разному. Это маленькая крошечная жизнь и вся Вселенная. Все было создано на одной и той же фундаментальной основе. Конструкция и сложность строения отличаются от атома до всей Вселенной, но в основе один и тот же дизайн. Сегодня существует отрасль науки, которая развивается, но многие по-прежнему думают, что все это спорно. Но в культуре йоги мы всегда говорили ⁇ анда-пинданда ⁇ что значит ⁇ каков атом такова и Вселенная ⁇ Увеличиваются только сложность и утонченность, но по сути, это одно и то же. Это также имеет поверхностный уровень, который находится под влиянием разных физических реалий. У этого также есть и ядро, на которое не влияет ни один из этих законов. Вы можете ясно увидеть, что законы, регулирующие нашу физическую сущность, не управляют вашим умственным поведением. Если бы законы, управляющие вашей физической сущностью, также управляли бы вашим умом, вам было бы очень комфортно у себя дома. Сейчас тело находится дома, а ум повсюду. По крайней мере, вы так думаете. Так что вы точно знаете, что законы, управляющие физической реальностью, не управляют умом. Законы, управляющие умом, не управляют ядром жизни, которой вы являетесь. Если вы построите мост, между вашей физиологией, вашим психологическим пространством и ядром вашего существования, неподвижным ядром того, кто вы есть, вы увидите, что активность и бездеятельность для вас не будут отличаться. Вы можете прийти к абсолютной тишине и в то же время быть феноменально динамичными. Потому что самое динамичное пространство в существовании ⁇ это не физическое измерение. Как же мне этого достичь? Мы могли бы выполнить простой процесс прямо сейчас, поскольку у нас есть только 40 минут. Я буду направлять вас. Несколько минут, может быть, две-три минуты, но когда вы будете делать это сами, вам нужно будет делать это от 12 минут до 21 минуты. Но сейчас мы сделаем это за 3-4 минуты. Если вы можете сесть со скрещенными ногами, так будет лучше всего. Иначе можете сесть как угодно. Выпрямите позвоночник, создайте немного напряжения. Немного напряжения по всему телу, от макушки головы до пальцев ног. Широко раскройте глаза или, по крайней мере, создайте в глазах такое напряжение, будто вы пристально на что-то смотрите. Ваше дыхание должно быть немного более сильным, чем обычно. Теперь медленно расслабьте одно только дыхание. Расслабьте глаза продолжая смотреть. Теперь вы не смотрите пристально, а просто смотрите. Затем, начиная с макушки головы, двигаясь очень медленно, расслабьтесь. Очень-очень медленно. С макушки головы сантиметр за сантиметром. Расслабляйтесь. Один сантиметр, два сантиметра, три сантиметра. Позвольте этому медленно распространиться по всему телу. Но не меняйте позу. Положение тела не меняется. Поза, которую вы удерживаете с определенным напряжением, постепенно становится очень расслабленной, но все еще остается такой же. Не садитесь вот так. Удерживайте ту же позу, но только расслабьте все. Если один цикл движения от макушки головы до пальцев ног не расслабляет вас, повторяйте снова и снова, двигаясь от макушки головы вниз. Вы можете четко заметить, происходит ли расслабление или нет, в зависимости от того, как вы дышите а также от уровня напряжения в глазах, потому что вы сидите, не моргая, если это для вас возможно. Если уровень освещения комфортный, вы можете сидеть, не моргая. Если свет слишком яркий, вы можете иногда моргать. Это не проблема. Не беспокойтесь о таких моментах. Важно, чтобы вы были в позе для удержания, которой нужно определенное напряжение. Затем Медленно расслабляйтесь. Начав с дыхания, перейдите к глазам, затем к макушке головы и вниз. Еще раз и еще раз удерживайте ту же позу, но очень расслабленно. Вы можете выполнять это самостоятельно, уделяя процессу от 12 минут до 21 минуты. Важно понимать, что когда ваша деятельность и ваша жизнь связаны с характером той деятельности, которую вы выполняете физически, умственно, эмоционально и когда... Это ограничивается только этим. Вы естественным образом, сами того не зная, становитесь очень предвзятыми с точки зрения жизни. Предвзятость означает, что вы неосознанно разделили мир. Первое разделение происходит на меня и Вселенную. Тогда вот это чувствует себя одиноко. Тогда я и моя семья против Вселенной тогда это тоже чувствует себя ужасно, как вы уже знаете по своему опыту в изоляции, я, мои друзья и вся остальная Вселенная. Ну и тогда вы тоже чувствуете себя не очень. Тогда вы говорите «я — мое сообщество и остальная Вселенная», «я — моя нация и остальная Вселенная». Таким образом, вы продолжаете расширять границы. Но проблема в том, что как только вы отождествляетесь с ограниченным аспектом физического динамизма, Естественным образом вы становитесь предвзятым существованием. Если вы построите мост к неподвижному ядру того, кем вы являетесь, вы станете непредвзятым существованием. И это очень важно, если вы хотите воспринимать жизнь такой, как она есть. Можно увидеть, что преступники, скорее всего, менее предвзяты, чем священники, пандиты, муллы, богословы и люди, считающие себя хорошими. К несчастью, это правда, потому что цели преступника очень просты. Он хочет денег, богатства, он хочет чего-то. Ему все равно, индуист вы или мусульманин, или сик, или христианин, в любом случае он готов залезть к вам в карман. Его действительно не заботит, кто вы. Однажды, когда Шанкаран Пилай жил в Нью-Йорке еще до вируса, он вышел за молодую американку, которая только что получила щедрый подарок от своей тети. Больше 10 миллионов долларов. После недели в браке она обнаружила, что Шанкаран Пилай не проявляет к ней почти никакого интереса. Его заботит только имущество, которое пришло с ней. Тогда она загнала его в угол вопросом. Ты женился на мне только ради 10 миллионов долларов, которые мне подарила тетя? Он сказал, Сара, я буду с тобой честен. На самом деле, мне все равно, кто подарил тебе эти деньги. Так so, что... Uh, usually... Обычно преступники очень непредвзяты. Они как вирус. Кем бы вы ни были, кем бы вы себя ни считали, они достанут вас. Но другие чрезвычайно предвзяты, и они считают себя хорошими людьми. А это хуже всего, поскольку, как только присутствует предубеждение, негативное действие — лишь вопрос ситуации, в которых вы можете оказаться. Но вы будете делать ужасные вещи с невероятной гордостью. Вот в чем все дело. Вы будете делать абсолютно ужасные вещи с невероятной гордостью, потому что вы делаете правильные вещи. Вы замечали, что люди, которые считают, что выполняют миссию Бога, делают самые ужасные вещи на планете. Такова история человечества. Так что источник, неподвижный источник, если вы построите мост к неподвижному источнику внутри вас, это хорошее время. Потому что динамизм должен быть в вашей неподвижности, потому что активность может разрушить ваш дом. Простите, что тычу пальцем в это. Я слышал, что в мире участились случаи насилия в семье. В некоторых странах многократно. Это значит, что динамизм становится разрушительным. Ваш динамизм ломает чьи-то кости, но он может сломать и ваш дом. Ваш дом может развалиться, если вы будете заперты в нем слишком долго. Они могут так сделать. Сейчас уже выразили такое намерение. Говорят, что если граждане не будут следовать этому, будут применять это с помощью силы, закрывая дома снаружи. Вот насколько все серьезно. Как только вас закрывают снаружи, это становится похоже на... как там... Побег из Шоушенка. Вы начнете разбивать стену своего собственного дома. Да, начнете. Так что, когда принуждение станет по-настоящему сильным, поскольку вы не будете делать этого осознанно, вы начнете разрушать собственный дом. Но только сломайте правильную стену, иначе окажетесь в соседней квартире. Если сломаете одну стену, окажетесь на тротуаре, на улице. Если разобьете другую, окажетесь в квартире соседа, которого вы не выносите. Вам нужно прорваться в коридор. Но, скорее всего, они опечатают все здание. Так что домашнее насилие, к сожалению, растет но Для вас это также время решить, где вы должны жить, да? Потому что если совместное пребывание в течение двух недель приводит к приломам костей или к физическим травмам, вам действительно нужно задуматься о том, что вам стоит делать в этой жизни. Потому что не только я напоминаю вам, я делал это долгое время, но оказался не столь эффективным, как вирус. Он напоминает вам, что вы смертны. Он говорит вам, что ваше время ограничено. Заразитесь вы или нет, неважно. Ваша жизнь все равно очень коротка, так что в течение такого ограниченного времени не продолжайте вовлекаться в бесконечные драмы жизни. в какую же драму стоит играть. То, которое улучшит вашу жизнь и жизни людей вокруг вас. Вот что вы должны выбрать. Нет, а что подумают мои соседи, что подумают мои родственники? В любом случае, они не думают о вас ничего хорошего. Обычно это так или чтобы они не думали, чтобы кто не думал, это не ваша проблема, это их проблема. Это не какая-то философия, которой я вас учу. Так живет это растение, так живет это дерево, так живет каждая жизнь. Они все стараются сделать свою жизнь как можно более красивой, как можно более полной. Вы думаете, что это растение беспокоится. Мои цветы такие маленькие, и стыдится этого. А вот это дерево на У него такие большие ароматные цветы. Стыдно ли ему? Вы так думаете, оно показывает миру все самое лучшее, что в нем есть. Вот и все. Такова природа жизни. Если вы не поддадитесь социальному воздействию, и если посмотрите на экзистенциальный процесс жизни, то увидите, что это все, чего хочет жизнь. Жизнь хочет быть полной. Единственная проблема с людьми — это... Посмотрите, сколько здесь кокосовых пальм. Они не стремятся дотянуться до неба, поверьте мне. Они высокие. По сравнению с другими деревьями, они очень высокие. Но они не стремятся достичь неба. Они хотят стать полноценными кокосовыми пальмами. Что бы это ни значило, может вырасти до 20 или до 25 метров, они об этом даже не задумываются. Все, что они делают, они даже не пытаются расти вверх. Они просто пускают свои корни глубоко в почву и получают все необходимое питание. И все, чему нужно произойти, происходит. Это единственный способ, как может происходить жизнь. Вам нужно пустить свои корни в источник вашей сущности. И тогда получится то, что может получиться. Произойдет все самое лучшее. Но что значит «лучшее»? Садхгуру, смогу ли я стать лучше, чем дерево Нагалинга? Вы не оно. Эта жизнь должна стать полноценным процессом. Вот и все. Она никогда не будет лучше или хуже, чем кто-либо. Так что в этот раз, находясь дома, вам нужно этим воспользоваться. Не ломайте стены, не ломайте ничьи кости у себя дома. Используйте это время, чтобы вырасти до более глубокого существа. Это ваша возможность. भूत भूत भूतेश्वराय स्वराय काल कालराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो